Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, награды забрали? Так, открыть колоду, подожди секунду. Давай-ка мы откроем. Там у нас выпадает паукус. Дальше серия испытаний в обязательном порядке. Давай, наверное, вот это вот пройдем. Так, тихо, Рафаэль, ты нам не нужен. Вот такую команду возьму. Леонардо, интересно, успеет у нас хильнуть? Он, в принципе, успеет, но тогда мы с тобой пропустим массовую атаку. Вот что я хочу сказать. А у нас и нет никакой атаки. Зашибись. Ну-ка, Крэнк, давай свои ракеты. Ну, допустим. Вот что я хотел сделать. Я хотел хильнуться. Замечательно. Леонардо, ну-ка, пробьешь его, Крэнк? Ой, Крэнк, ё-моё, Макман, какой Крэнк? Уже вообще все, Рэй. Фляга засвистела, кукушка улетела. На тебе. Ну что ты тут придумываешь? Ну, ты посмотри. Укус. Давай, наверное, так добьем его. Так, и Донателло. Кия, на тебе. Все, ребят. Серия испытаний пройдена. Идеально. Причем на изи. Так, ну что, сегодня нам нужно как-то, я не знаю, в мастера выбиваться, друзья. Потому что суббота. Уже как бы шутки в сторону. Надо серьезно напрячься. Сразиться в боях. Так, где у нас кожеголовый? Сейчас будем сражаться. Значит, прокачиваем, да? Надо нам... Блин, еще 3 Ч-планшета. 2. Ну, давай, 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 давай. Ну что это? Оп, подожди, это не надо. Еще 2. Последний. Последний планшет, и все будет хорошо. Комикс такой, Шок Техно называется. Вот. Ну что, планшет мы нашли. Получается, теперь нам нужно 10 ящиков с инструментами. Я думаю, что успеем мы, наверное, их найти. Один есть. Тут второй подскочил. А третий. Четвертый. Так, 5. 5 ящиков уже есть. 6. 7. Последние 3. 8. Давай, давай, 2, 2 осталось всего лишь. 9. И последний ящик. 10. Все. Прокачиваем до 6 ступени взмах хвостом. Шикарно. Ну что, остается у нас. Это у нас поигрывание чешуей. Внушительная фигура кожеголового ввергает его врагов в ужас. В начале хода с вероятностью 15% снимает ослабление атаки союзников. Да. Уровень персонажа я поднять, наверное, не смогу, судя по всему, потому что мутагена у меня нету. Так, ну что, испытания. Я, наверное, платиновый не буду проходить, друзья. Я хочу вот здесь пофармить, как говорится, побольше персонажей, если, конечно, получится. Вот, слэш выпал. Ноутбук Дона, блин. Так, опять жетоны. Сколько? Последняя попытка. 3 доллара. Блин, только слэш выпал нам. К сожалению. К сожалению, да? Окей. Ну что, переходим на турнирную арену, ребята. Лига Сёгунов, ранг 77. Нужно в мастера выбиваться. Я серьезно, я не шучу. Так, 59 уровень пока у наших противников. Я думаю, что начнем с Усаги. Пока этого будет, наверное, достаточно. Раз, два, три, четыре. Лига мастеров, как минимум 2 звезды сегодня нужно получить. Потому что завтра воскресенье, у меня еще рабочая смена. То есть завтра, по факту, получается последний день, когда я смогу поиграть. Да и то после смены, после работы. Это уже поздно вечером. Да? И вот у меня будет там возможность перейти в лигу. Если будет такая возможность. Вот к чему я клоню. Так что... Возможно, даже придется тратить откат. Я не знаю. Сейчас посмотрим, как у нас пойдут дела здесь.
Дела, я смотрю, идут как-то очень паршиво. Не такого я, конечно, эффекта ожидал. Не такого медленного продвижения. Так, 62-й, 59-й уровень уже у наших противников. Вот такие вот пироги. Что, придется через Шредера отыгрывать? Я других вариантов не вижу. Придется Шредера брать и с помощью его отыгрывать всех наших слабеньких персонажей, которые у нас там остались в самом начале. Таким макаром мы сможем с тобой и продвинуться, и потратить меньше ресурсов из топовых бойцов. Так, 16-22. Ну что, давай, поехали тогда. Шредер и... Раз, два, три, четыре. Опять же, ребята, 65-66 уровень. Еще не факт, что и Шредер здесь сможет справиться один. Они меня просто не оставляют выбора. Мне приходится, ребят, так поступать. Рисковать поступать, но... Как-то двигаться. Как-то двигаться вперед. Ну что... Переходим на 42-ю позицию. Нет уж, давайте мне 16-22. Чего вы мне начинаете тут опять 16-21? Вот. Шредер, я с тебя пока не слезу. Уж извини, но ты нам сейчас нужен. Раз, два, три, четыре. Опять же тут карайка, блин. Кролики. А вот это плохо. Это плохо, что карайка тут. Блин, у нее еще и уклонение. Фиг по ней попадешь, называется, да? Замечательно. Шредер не подвел. Круто. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Давай 35-ю. 36-я. Окей. Так, опять они мне дают 16-21. Шредер. Раз, два, три, четыре. Ну что, стоите, супостаты. Постепенно на всех, да? Отлично. Это то, что нужно. Ну, риски повышаются, да? С каждой нашей победой риски на очередную победу, конечно, повышаются. 24-е место. То есть еще два поединка, я так прикидываю, нужно сделать. Значит, тихо, зэк. Значит, Шредер. Раз, два, три. Четыре. Но тут уже вообще рискованно. 69-й уровень, практически 70-й. На 70-м Шредер... Может не справиться, не дотянуть, так сказать, нас до победы без поражений. Вот, вот, ребята, беда. Ни на кого, вот это вот, как называется, это подстава, ребят, самая настоящая. Сейчас кого-то уложит. Ну-ка. Да, мы потеряли Дони. Ну что, это лишний раз говорит о том, что Шредер уже один не справляется и... Нам придется брать подстраховку. Как бы я не хотел выживать в одно лицо здесь, не получится. Какое место хоть дадите? 17-е, да? Ну что ж, давай обновлять. 16-22. Ну что, Армагон? Лео, подожди. Будешь помогать Шредеру, а ну а что делать? Раз, два, три. А другого варианта пока не вижу. Там Армагон, ну потом Леонардо. В общем, всех по очереди будем выпускать на поле боя. Для того, чтобы с ними просто справиться. А других вариантов я пока не вижу. Да и то, посмотри, как мы медленно продвигаемся. Я даже не уверен, что сейчас мы перейдем в Лигу Мастеров. Ну, о чем я тебе и говорил.
Поэтому... Блин, тут еще и майки. Так, опять же берем Шреддера, опять же берем Лео. Раз, два, три. Тут уже, короче, плевать на все. На всех. Тут главное, как можно больше набрать кубков. И как можно дальше пройти. Вот тут Шреддер вообще молодец, красавчик. Взял просто с одной плюшки всех уложил. Рандом есть рандом. Ничего ты с этим не поделаешь. Ну вот, наконец-то Лига Мастеров. Теперь вот наша задача дойти до Лиги Мастеров 2 звезды. Что не все так просто будет. Это сколько нам нужно? Самое наименьшее, это нужно 10 поединков провести. Это самый минимум. Так что давай проверим. Красавчик. Блин, неожиданно прям. Шреддер, ты меня прям радуешь сегодня. Две катки и просто в сухую. С одной плюшки. Что-то с ним не то. Так, 86-я позиция. 16-22. Возьму, наверное, Кренга и опять же Шреддера. Но дело в том, что мы сейчас с тобой отыграем нашу подстраховку. А дальше-то что будем делать? А дальше будем тратить уже откаты. Причем жестко тратить. Ну что, поехали. Угу. Давай ракеты. Да этого будет достаточно, чтобы их добить. Все. Ну что, продвигаемся далее тогда. Семьдесят шестой. То есть 10 ступенек мы, да, проскочили. Получается. Берем Донни, берем Шреддера. Конечно, от Донни тут многого ожидать не стоит. Единственное, что только добивка. И то, если у врага мало будет здоровья. Если будет больше половины, Донни, скорее всего, не справится. Плюс не забывай, что там Майк стоит. Ну, отлично. Пока все идет хорошо, не хочу сглазить. Ну, идет хорошо. Продвигаемся, единственное, что очень медленно. Только здесь 76 место. И в данный момент 66. Очень медленно. Так, 17-23 уже дают. Макмен плюс Шреддер. Так, у нас 44 отката. Если мы берем по 2, это получается на 20 поединков. Слушай, неплохо. На 20 поединков. То есть Лига Мастеров однозначно будет взята. Тинь-тинь-тинь-тинь. По морделе не настучал. Этому Леонардо Макмен. Окей. Даже до 50-го места еще не добрались. Ё-моё. Нет уж, давай 17-23. Я требую 17. Вот, во. Ну что, опять же Шреддер. Тут уже, наверное, придется вот так играть. Шреддера отыгрывать с более-менее такими крепкими ребятами. Так, бобочка под ноги. Такой маленький урон наносит, а, Зек, своей бомбочкой именно вот врагам, которые уже такие более серьезные. Поначалу, конечно, он чуть ли не убивает их с этой бомбочкой. Так, зачем мы это сделали? Я хотел вообще-то атаку сделать. Все. А на более таких тяжелых противниках Зек практически бесполезен. Единственный удар у него мощный — это лазер из пальца, когда он выпускает. А бомбочка — это вообще ни о чем. Давай, 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 17-23. Что ты мне вот тут начинаешь, а? Постоянно какую-то фигню делает. Раз, два, три. Ну да, до Лиги Мастеров 2 звезды доберемся. Но это, наверное, будет там позиция 80-я, 70-я. Это максимум, что мы можем себе позволить. И это мало. Для меня это очень мало. Потому что, во-первых, мы с тобой сейчас потратим очень много откатов для следующей серии.
Их останется мало. Единственная надежда, что мы с тобой баксы приобретем и сможем купить. Хотя откаты покупать... Я их лучше потрачу на телепорты. Деньги, я имею в виду. Так, ну что, 33-я позиция. Да что вы задолбали уже 16-22. Вон, 17-23 было. И сам пропустил, призевакал. Да ёк-макар... Давай вот это возьмем, команду. Само собой, Армагон плюс Супер Шреддер. Но бойцы еще пока есть. Бойцы пока еще есть. Одно поражение у нас сегодня. Ну как поражение, даже не поражение, а одного персонажа они у нас все-таки умудрились замомбить. Да, это был Донни Ролевой. Попал он, так сказать, под раздачу. По моей, так сказать, ошибке. Ну, что ж поделаешь. Я просто не рассчитывал, что он сдуется так быстро. 17-23. Дай-ка я, наверное, возьму Кренга. Супер Шреддера. Раз, два, три. Ну да. Наверное, где-то 80-й ранг будет. Лига мастеров 2 звезды, 80-й ранг. Давай, Крэнк, делай. Потирает он ладошки. Замечательно. Ну что, погнали далее тогда. Какая 12-я? 17-я. 17-е место. Окей. Так, беру Бакстера. Бакстера, Шреддера. И... ну вот так вот. Кто-то сказал мне, попросил: Рэй, прокачай после кожеголового карайку змею. Не знаю, ребят. Карайка змея. Че, неужели такая крутая она? Так, ну что, волна добьет, я думаю. Да. Тут даже и сомневаться не стоило. Влупил по полной программе. Ага. 17-23. Берем Армагуна. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три. Я думаю, наверное, в следующем битве нам достаточно будет одного Супер Шреддера. Тут уже 70-ники пошли, они сами за себя смогут уже постоять вполне. Ну, я имею в виду к тому, что будем брать только одного Супер Шреддера и все. Этого будет достаточно. Ну что, у нас основные бойцы — это вот Супер Шреддер и подстраховка. Все, эти даже там не участвуют у нас в поединках. Они тупо у нас для веса висят. Ну что, ребята, мастер 2 звезды. Уже хорошо, уже радует. Ну, надо двигаться дальше. Так, стоп, эту команду я не хочу брать. Там был Микеланджело. Так, давай мне 17-24. Не будешь? Он не хочет мне давать. Пока. Видишь? Говорит: Рэй, ты еще пока не заслужил 17-23. Да, видимо, действительно не заслужил. Ну что же, берем майки. Раз, два, три. И Супер Шреддер. Ну, сейчас мы посмотрим. Ну, что тут смотреть, ребята. Майки, естественно, сделает уклонение на наш отряд. Соответственно, у нас уже 50% шанса есть того. Ой, ё-моё, что сделал? Упс, поспешил, ребята. Угу. Ну давай этого пробьем. И здесь рубанем. Фух, нам повезло. Офигеть, вместо того, чтобы уклонение поставить, я, ребята, сделал этот удар ногой. Так, 87-е место. Но еще есть пока у нас бойцы.
Не хочет. Вот не хочет и все здесь. Я ничего не могу сделать с этим. Ну что тут у нас? Раз, два, три, четыре. Все, ребят, это, можно сказать, последний, предпоследний поединок. Там уже остается еще один, и все. Естественно, шипы. А дальше, ага, кунаи. И плевок. А, какой плевок? Щупальц, конечно, плевок. Плевок у него идет вторым ударом. А это щупальца. Но я тебе говорю, будет 70-я позиция. Я все-таки надеюсь, что он мне даст 17-24, но... не хочет. Ну, не хочет, как хочет. В общем, Супер Шреддер плюс Крэнк. Раз, два, три. Все. Последний бой на сегодня. Блин, а если меня завтра опять скинут фиг знает куда, и мне опять придется подниматься, я не знаю, что делать, ребят. За день нужно просто как-то фиг знает. Может быть, завтра перед работой еще поиграю чутка. Можно так, кстати, попробовать пробиться хоть немножечко, подняться по уровню. И потом уже приду после работы еще поиграю. Только если так. Другого, ребята, варианта нет. Я просто не хочу терять осколки платиновые. Так бы, если бы у меня были бы все бойцы в платине, я бы, естественно, даже бы тут не рвал бы одно место свое. Но тут все упирается именно в осколки. Так, ну что, давай прокачиваем кожеголового нашего. Хватит там у нас, кстати, мутагена-то. Да. Опа. Все, ребят, 70-ничек у нас получает кожеголовый. Отлично. Прокачивается он очень, кстати, быстро, что мне очень нравится. И все, ребят, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!